Через 4-5 лет Россия должна быть одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Цитату Владимира Путина из прошлогоднего послания Федеральному собранию напомнили ученые на юбилейной конференции Академии информатизации Татарстана, которая исполнилась 20 лет. В 93 году она была создана решением первого президента Ментимера Шаймиева для внедрения в республику лучших мировых технологий в разные сферы промышленности и производства. Одна из тем обсуждений на этом форуме – повышение эффективности в агропроме. Академики и профессора уверены, противостоять засухе можно с помощью внедрения влагоудерживающих технологий. В конференции приняли участие ученые из российских регионов и из-за рубежа. Они обсудили развитие современных информационных технологий, международных проектов и подготовку кадров. В режиме онлайн конференции приняли участие представители десятков стран мира. Оказалось так, что наша академия была, которая создана в 1993 году, востребована. Она на сегодняшний день показала свою необходимость и свою жизнеспособность как таковую. Сегодня собрались у нас достаточно большой интересный ученый круг людей, которые выступили с проблемой, современной проблемой информатизации, информатики, экономики нашей и российской, России и, конечно, нашей республики Татарстан.